Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Ильи с ником Илья3445. У нас сегодня, как обычно, ролинг коллекционера. Попробуем вытащить ему седьмую водушку. Аккаунт бездонатный, сами накопленные, как видите. Попробуем сейчас даже с бесплаточки. Вот так вот сразу сердцеедка падает. Буду ржать, если это сейчас будет недостающий. Так... Не, все-таки у него сердцеедка есть. Такой вот бездонатный аккаунт. Нужен Бигфут, Заклинательница, Анубис, Фрея, Командора, Седна. В общем, еще выбивать. Махат, Маргатка, Буги, Фрэнки. В общем, надо очень много всего. Аккаунт бездонатный, 129 тысяч силы. Выбили ему топовый талант замедления. Так, находится он в гильдии команда А. Босс 20.00, дни бога, четверг, воскресенье. Ну, в принципе, как и у всех на русском сервере, босс бога кик. Прием только через ВК. Айдишка на экране. Удачи. Не знаю, ли вам там на экране все видно. Да, вам все видно. Вторые, четвертые места. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим бездонатный аккаунт. Так, что тут есть? Череп, разброс. Пара ремочный, неплохо, неплохо, ну, грубая сила — это зря. Ремка — офигенный вариант на сегодня. Так, берсик недокачанный, варлок качается, железная воля, смысла не вижу. Гаргул, ну, конечно, за неимением кому ставить, может быть, понаставлял так, но... талантами, конечно, ну, без донат. Ронин с ожогом, отлично, вообще супер. Бум, еще и просвет первую ведьму выбили, быстрее прокачает на 10%. Так, пакт, ожива, ну да, тут с талантиками, конечно, надо позаморачиваться будет ему. Ну, без доната играет, в принципе. Героев, как видите, надо очень много, это хорошо. Так, что у нас есть? Такой вот коллекционер. Надо собрать, постараться воодушевление, тем более для бездоната, для его берсовой тыковки. Это будет очень-очень даже неплохо. Ну, конечно, если бы мы ведьму выбили исцеление, это был бы вообще огонь. Можно было бы просто нафиг тот берс снести и просто поставить. Сразу же потратить все его кулаки. Сейчас мы посмотрим, что у него делается. С локациями. Ох, фига себе. А, я уже что-то подумал, думаю, нифига себе, он только на пятое перешел, понятно. Ну, в принципе, есть куда юзать. Ну что, поехали. Будем надеяться на мега удачу, что мы вытащим сразу же Дракоса. Ну, неплохо. Роллинг начал удаваться. Так. Студенистый один есть. Второй. Ниндзя. Варлок. Еще один ниндзя. Ну, это, конечно, супер все. Слоты на склад, суккуб. Это мне тоже нравится. Сейчас будем склад чистить. Ну, рыцарь. Купидон. Без донату падает, как без донату. Все, все логично. Но посмотрите на это. Ну, это просто ужас. Где топ-герои? Блин, столько героев надо. Что это такое, блин? Просто тупо повелитель ниндзя, блин. Не знаю, поехали в рейды. Да уж, ребята. Let's go. Поехали разносить топов его силы. Вот так вот подбашка всех нафиг убил. Красавчик. Ну, что я могу вам сказать? Вот так вот падает. Страха нет. Или страха нет. Так, поехали.
Надо, имба. Тут яйца заберем. Так, нанять. 450, и инженер это максимум, потолок, ангел. Да, это просто издевательство. Есть. Вот это вот даже, блин, пофиг на тех слизней. Главное, что мы выбили ведьму. Надо она, не надо. Самое главное, у него теперь есть офигенный топовый талант для тыковки. Это исцеление. Let's go дальше. Просто, блядь, налегке я, Бугимен. Ну, чё, поздравляю. Еще один бонус плюс и, в принципе, неплохой. Поехали, наверное, все-таки по 150 ролить. Это была шутка. Не буду я по 150, ой. Рыцарь. Капитан Дрейк. И 450, и нифига, надо все-таки бежать в рейд. Да, вот это оно, ребята. Это именно то, что надо было. Вот на таких аккаунтах, блин, это просто чудесно. Бугич, который ему, в принципе, будет офигенно помогать, так как у него нету там некоторых офигенных топовых героев. Плюс для тыковки вообще просто повезло нам. Ну, let's go. Бля, вот это рандом, конечно, издевается над ним. Это жесть, ребят. Дед Мороз. Паладин. Конечно, смешно, но, блин, судья. Заклинательница, ну, поздравляю. Вроде ее тоже нету. Да еще и Асуру получили. Да это вообще просто огонь. Не знаю, ли есть там у него Асурик или нету, но... Это было четко. Сейчас нас должны слить. Я надеюсь. Сейчас там у нас вражеский череп. Просто должен поиметь. Не. В общем, вот так вот, ребятушки. Ну, я думаю, он будет очень доволен. Самое главное, мы получили ему исцеление. И, в принципе, офигенные герои. Let's go. Опять я купил ему слоты. Ну, что ты поделаешь? Привычка. Привычка все скупать. Но вот это меня, конечно, не радует. Капитан Дрейк. Дракула. Укротитель. Сейчас по-любому будет какая-то имба. Или не будет. Так, смотрим. Ну, как видите, то, о чем я говорил, что даже слизни не успеем собрать. Ну, самое главное, что мы ему достали другую вещь. Пофиг на ту водушку седьмую. Самое главное, что у него есть теперь охрененные герои. Так, добили нас наконец-то. Поехали. Так, рандомчик. Призрачный всадник. Ну, блин. Печалька, печалька. Смерть. Раз. И ара еще упал. И закончили мы инженером. Ну, что расстраиваться? Расстраиваться не надо. Самое главное, что мы собрали прям... Одну карту обновления таланта. Супер. 10-15, блин, 45к. И, как видите, просто в никуда. Ну, все фигня. Пофиг даже на водушку вот эту, которая дает там 22. У него есть вот такой вот талантик. 25 энергии. Самое главное, что у него есть исцеление. Вот это, я думаю, важнее, чем те награды, которые были. Забрать. Собрать, чтобы ничего не пропустить. Так, окей, смотрим, что у нас получилось по героям.
интересного. Такс. Асурик плюс заклинательница. Отлично, вместо Анубиса пойдет. Раз. Асурик 2. Огимен 3. В принципе, 3 героя. Странно, что малыша Ника нету. 3 героя плюс, блин, просто топовый талантик. Где там? Так, открываем сразу их. Раз. Два. И три. И надо... А, блин, у него что, места нету? Не забрали мы талант. Не понял. Вроде же все забрали. Ты как-то иди сюда. Да, просто отлично. Просто идеально даже, я бы сказал. Так, это эта тыква? Или не эта тыква? А, это не эта тыква. Сейчас бы, блин, всунул. Думаю, что-то не то. Даже так вот сделал сразу же. А рунами. Блин, а точнее, вот так вот. Нифига, не можем снять. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Вот такой вот у нас роллинг получился. Поехали еще посмотрим, что у нас по героям. Так, тут у нас корочка получилась. Ну, в принципе, неплохо. Заклинательница Утикаха первая. И Асурик. Девушка. Ну, конечно, по талантам фигня. Ну, поздравляю, у тебя, блин, офигенные герои появились, которые тебе однозначно помогут в подземках. Плюс обалденный талантик и неплохая, скажем так, неплохая эмблемка. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.